За 20 лет молодежи в Иркутской области стало меньше, сообщает Иркутскстат. В начале 2000-х годов при Ангаре насчитывалось более 900 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. По данным на январь прошлого года, молодежи стало меньше на 25%. Однако общая численность жителей Иркутской области тоже снизилась. Но сокращение, как отметили специалисты, шло менее быстрыми темпами.